Православный календарь. Седмица 36 по Пятидесятнице. Пятое февраля. Понедельник. Собор Костромских святых. Шестое февраля. Вторник. День блаженной Ксении Петербургской. Седьмое февраля. Среда. День постный. День святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Восьмое февраля. Четверг. День мучеников Анании Пресвитера, Петра Темничного Стража и с ними семи воинов. Девятое февраля, пятница, день постный. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Десятое февраля, суббота. День Сумаринской, Тотемской иконы Божьей Матери. Одиннадцатое февраля, воскресенье. Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. Священномученик Игнатий Богоносец говорил: «Внимайте епископу, дабы Бог внимал вам. Крещение пусть остается с вами как щит, вера как шлем, любовь как копье, терпение как полное вооружение». Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!